Во славу Отечества под таким названием в городце прошла большая праздничная программа, посвященная Дню России. В парке культуры и отдыха собрались жители и гости города, чтобы вместе отметить главный праздник страны. Сегодня мы с вами отмечаем большой праздник – День России. И нам действительно есть с чем поздравить друг друга. Мы живем в великой стране с не менее великой историей. Нашими учеными сделаны важные открытия. А с достоянием нашей культуры могут позавидовать только разные народы мира. Этот праздник отмечают во всех уголках нашего государства. Сегодня мы чествуем нашу великую страну с ее традициями, с ее историей, с ее народами, победами. День России – это день величия нашего государства. На торжественной церемонии открытия праздника жители города приветствовали депутат ЗАГС Собрания Нижегородской области Александр Тимофеев и глава городецкого района Александр Мудров. Дорогие горожане и гости нашего района, поздравляю всех вас с днем рождения. С днем рождения нашей большой страны России, самой большой страны в мире. Мы одновременно и молодая страна, и умудренная годами. Мы одновременно юные, но в то же время за нами стоит богатейшая история. Я хочу сегодня пожелать всем отличного настроения в этот праздничный день. Разумеется, всем вашим близким и вам желаю здоровья, а нашей большой, не побоюсь этого, мировой державе новых побед. В этот особенный для всех день были вручены благодарственные письма людям, внесшим значительный вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности города и района. С благодарностью депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Олимпиевича Тимофеева награждается Калинина Анжела Владимировна, начальник цеха благоустройства муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», город Городец. Медицинская сестра неврологического кабинета в поликлинике Городецкая центральная районная больница Любовь Леонтьевна Балыбердина. Далее праздник продолжился на различных площадках. Каждый мог найти себе занятие по душе. И в этом помогали учреждения образования, культуры, спорта и общественные организации. Приехали с однокурсниками, одногруппниками, с товарищами, с педагогами. Что делаете? Мы развлекаем людей, агитируем наше учебное заведение. Что за игра? Игр много. Вот девочки учат детей делать оригами и палочки. Ну а вам самим, ребятам, как праздник? Ты посмотри. Нам, конечно, все нравится. Чуть-чуть погода подводит, но, в принципе, терпимо. А что особенно нравится в таких? Особенно нравится то, что мы на бесплатной основе помогаем людям, агитируем, волонтерим. Мне понравилась музыка, мне понравилось выступление, фокусы. И там придумали игры «Лабиринт», потом что еще так. Соревнования, игры всякие. Потом принесли плакат про техникум, в котором я раньше работала. Это вообще меня за душу взяло. В общем, нахлынули всякие воспоминания. Нет, праздник удался. Всем давали подарки, за что тоже спасибо. Все так вообще приятно и хорошо. И на сердце легко и радостно. На этом празднике мы, конечно, обязаны были быть, потому что мы должны донести до людей о том, как вести себя. Для детишек мы организовали небольшой курс по школе безопасности. Это всегда нужно. Это просто необходимо знать как родителям, так и детям. Музыка играет, все весело, немножко дождичек мешает, но это не факт. Есть желающие поговорить. Кстати, я встретил сегодня капитана второго ранга местного, с которым очень сильно поговорили.
встретил товарища, который тоже служил на кораблях, тоже очень понравилось, поговорили. Местные, ну, спрашивают, еще модели сделаны, ходят ли они. Вот. Ну, приходится постоянно рассказывать, что модели ходовые, что мы принимаем участие в соревнованиях, все эти модели радиоуправляемые. Праздник удался? Ну, пока рано говорить, он еще в процессе, но я уже рад, то, что время, сколько у нас уже, 4 часа, у нас до сих пор не было дождика, хотя по всем прогнозам на сегодня гроза и дождь и ливень, все должно быть. Я несказанно рад, да, народ есть, народ участвует во всех активностях, все прекрасно, мне кажется. Ведь сегодня не просто праздник, посвященный Дню России, еще проходит семейный фестиваль благотворительный. Все верно, фестиваль мы проводим уже во второй раз. Почему благотворительный? Ну, девиз нашего прошлого года был: если хочешь поверить в добро, начни делать его. Поэтому, собственно, он благотворительный. То есть мы хотим донести до людей, что нужно начать творить добро, что от каждого из нас зависит, ну, наше общее благосостояние нашей страны. Вот, что если мы каждый будем заботиться друг о друге и не бросать людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, то нам всем будет лучше. Мы очень рады, что сегодня такой большой праздник нам устроили организаторы. Мы также считаем, что праздник России, он, наверное, важен для каждого россиянина. Поэтому мы учим своих детей любить, наверное, беречь нашу родину. Праздник длился на протяжении нескольких часов. Музыка и спорт, улыбки взрослых и веселый смех детей – то, что делает нас счастливей и объединяет всех нас в большую семью, имя которой Россия. И для каждого человека страна, ведь это ведь не только те огромные необъятные просторы, которые простираются от одного моря до другого. Это все-таки те небольшие места, где ты, возможно, родился, где ты жил, где ты учился, где ты работал. Для каждого России своя, и, возможно, это маленький кусочек. Но нас в России очень много, и когда все эти кусочки объединяются в одно целое, это будет огромная, большая, сплоченная страна.